На тарелку можно положить. Давай. Стоп, поехали? Не-не-не. А можно наклоняться? Секундочку, не торопимся. Не торопимся, подождите. Вы вообще задайте себе вопрос. Вы бы съели бы на скорой метр колбасы? Во-первых, мы поздравляем, она очень вкусная. Мы выиграли, ура! Нихуя, нихуя. Можно чуть-чуть в сторону? Нам же снимать. О, извините. Торговая марка «Призвасов» представляет. Съешь метр колбасы от наших партнеров и выиграй 5 литров пива. Спасибо торговой марке «Призвасов» за качественное пиво и настроение. Прошу этот голос прийти сюда и объявить старт. А можно наклоняться? Можно? Так, ну я не могу сюда прорваться. Нельзя так делать. А он так делал. Все, тихо, стоим. Я понимаю, что ты не просить тебя подходить, я уже понял. Кто у нас там? Всем видно? Ребят, мы желаем вам удачи. Мы вам завидуем, потому что она очень вкусная. На счет, расстарт, внимание, марш. Расстарт, внимание, марш, поехали. Боже мой, по-моему, они очень голодные. Но они готовились вчера. Вчера они не ели целые сутки. Давай выиграть 5 литров пива. За секунду 5 литров пива. Понимаешь, они 4, 3, 5. Я так смотрю, они так аппетитно едят, что я не готовы заказать. Поехали. Мы вопросы наших партнеров. Green Market. Шабур. Я понимаю, что вы можете сейчас на друг друга смотреть и такие. Ну что, давай на полчаса это растение. Я вижу. А можно кетчуп? Дайте человеку кетчуп. Кетчуп дайте. А мы когда об этом не подумали, да. Хотя там что-то... Я уже вижу первую заявку на победу. Если вы хотите попробовать подобную колбасу, там не только колбаса, пожалуйста, слева от сцены, приятного аппетита. Ну и по другую сторону есть очень много всего интересного. Допустим, вы хотите попробовать сладкое. Лично я сегодня попробовал очень-очень вкусно. Вам советую, рекомендую, пока они не закрылись, пойти поесть один из тортиков, дверчики. Многое там есть. Ну и очень милая девушка на рецепшене. Ну что у нас, давайте их поддержим, покричим на них. Даю небольшую подсказку, если есть маленькими кусочками, можно проживать быстрее. Ну не знаю, мне кажется, они должны сейчас ощущать, что такое не кусает. Не кусает, кусает. Между прочим, собралось много экспертов вокруг. Сергей Славович, вот я бы делал быстрее. Ну реально, я бы делал быстрее, да. Потому что понятно, что они просто медленно это делают. А как интеллигентно кушать? Какой он молодец! Как его зовут? Я не знаю. Вот это, кстати, познакомиться с душой болезнью. Лена, подбили его в тарелку. Отдай колбасу, я все прощу. Подкиньте ему в тарелку больше. Не надо, он классный. А в правилах это не написано, ребята. Подкиньте ему в тарелку. Не понял, что? Да сейчас. Я хочу отдать сертификат на 5 литров пива. Максим, по-моему, тот человек, которого ты выбрал, он вот как раз и уже подходит к финалу. Чуть-чуть, чуть-чуть. Может, музычку нам что-то поинтереснее, уже потанцовывать. Да, нет, пусть не будет. Он уже выиграл. Тут собрались вы точно эксперты. Подкиньте ему в тарелку. Да на! Не надо, не надо. Опа, у нас есть... Что, не давай? Давайте я стараюсь! Шампур, еще у нас есть пивасов. Руслан, пивасов. Пиво нам было. Я еще раз ему сказал. Так, тихо, у нас есть человек, который идет к финалу. Боюсь ему сейчас что-то спросить. Не надо его сейчас спрашивать. Он, мне кажется, настолько уже уверен в себе. Смотри, тут подходит человек. Здесь есть знакомая, которая может выпить 5 литров одним глотком, даже не глотая.
Слава Богу, что вы Давай. Как вас зовут? Скажите, я прошу. Дайте мне победителя. Давай. Последний кусок. Это последний трико. Женя, давай, заходи. У нас последний кусок. Браво! Молодчак. За сколько справился? Кто-то засекал время. Кто? Молодец.